Каждый раз в преддверии Нового года предприятие «Даутком», газета «Сейчас» и портал «Грани ЛВ» проводят конкурс детских рисунков, по условиям которого ребята должны нарисовать свой символ наступающего года. 2015-й, согласно китайскому гороскопу, будет годом козы или овцы, поэтому ребята должны изобразить именно этих животных. В конкурсе могут принять участие дети до 12 лет. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и учителей на листе формата А4. С обратной стороны, пожалуйста, укажите свое имя и фамилию, ваш возраст, а также ваш класс, номер школы или садика и, самое главное, ваши контактные данные. Коза или барашек должны быть оформлены в стиле одного из четырех времен года. Все рисунки будут размещены на портале «Грани ЛВ». 12 лучших работ с именами авторов будут опубликованы в газете «Сейчас» и показаны на телеканале «Даутком». И самое главное, они украсят календарь компании на 2015 год, а нарисовавшие их дети получат классные подарки. Внимание! Рисунки принимаются до 30 ноября в офисе компании «Даутком» по адресу улицы Елговас, 1Б, по рабочим дням с 8 до 17 часов. Кроме того, конкурсные работы можно оставить во всех центрах обслуживания клиентов «Даутком».